Создана малая мобильная гибридная солнечная фотоэлектрическая станция. Преимущество в том, что она легко переносима и вырабатывает электроэнергию за счет солнца в течение всего дня. Устройство позволяет бесперебойно пользоваться электричеством в домашнем хозяйстве, на фермах, в отдаленных пустынных и труднодоступных горных районах. Мощность гибридной мобильной фотоэлектростанции в 2 киловатт создана учеными Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии. Главные плюсы – высокая мобильность, вырабатывает электроэнергию за счет солнца в течение дня, сохраняя при этом ее в аккумулятор. Устройством можно пользоваться в домашнем хозяйстве, на фермах, в отдаленных пустынных районах, где подключение к электросети затруднено. Еще одна положительная сторона в том, что она работает бесперебойно. К тому же ученые запрограммировали устройство так, чтобы можно было управлять ею дистанционно, с помощью гаджета, не выходя из дома. Также есть возможность вести мониторинг действий. Устройство собирается и занимает 4 квадратных метра. Это значит, что устройство можно перевозить с точки А до точки Б на автомобиле или же вручную. В ближайшее время планируется создание новых образцов этих станций мощностью 3-5 киловатт. Со стороны ученых мы также разработали креативный вариант фотоэлектростанции в форме солнца. Главное преимущество такой формы заключается в том, что можно будет получать энергию от солнца круглый год с эффективностью в 70%. В час эта фотоэлектростанция вырабатывает 11 киловатт-часов электроэнергии. Исследования в этом направлении продолжаются. Обратите внимание на эти панели. В настоящее время обеспечение необходимой электроэнерги данного дня происходит за счет работы этой ФЭС мощностью 48 киловатт.